В Большом зале Дома художника состоялась традиционная выставка «Вернисаж на Рождество». Представить свои работы на суд зрителя накануне Нового года имеют возможность все художники Ивановской области. На этой выставке представлено больше 110 работ. Я не припомню, чтобы на областной, это она считается отчетной, в общем-то, итоговая, годовая, чтобы было столько работ. Вот это приятно. То есть от наших мэтров до молодежи все участвуют. Выставка получилась разножанровой. Здесь и пейзажи, и портреты, и натюрморты. Несмотря на заявленное название, вернисаж на Рождество, на полотнах неяркие краски зимы разбавлены колоритными осенними тонами. Здесь есть осенние работы, но у нас затянувшаяся осень в этом году, и наша как раз экспозиция соответствует и затянувшейся осень. Выставка получилась яркая, очень такая праздничная, антидепрессантная, скажем так, что как-то поднимающая настроение у зрителя, как бы вселяющая в него какую-то надежду и веру в будущее, и в наше светлое будущее, скажем так. Мы старались. В этом году участниками выставки стали свыше 50 авторов из Иванова, Кинешмы, Плёса, Фурманова, Пальцева. Каждый имел возможность предложить для вернисажа 2-3 работы. Я пишу не в зависимости, куда, как, какие выставки. Я люблю по любви писать то, что мне ближе к душе. Я 2 натюрморта подала и цветы подала. Очень люблю цветы писать. Для Александра Климохина зима – это время вдумчивой работы в мастерской. Если летом художники активно ездят на пленэры, то в холодное время года появляется возможность неторопливо обработать накопленный материал. На полотнах Климохина в основном можно увидеть зиму такой, какой она является художнику из окна мастерской. Ну как не любить зиму? Тем более, когда пушистый снежок мягко падает. Да все мы любим, я думаю, зиму. Я, например, не спешу, чтобы она закончилась, зима. Пусть идет своим чередом, вот, а мы пока в мастерской что-нибудь сделаем за это время. Выставочному проекту «Вернисаж на Рождество» в этом году исполнилось 10 лет, и популярность его среди художников растет год от года. Не исключено, что в следующий раз работы предпраздничного вернисажа разместят сразу в 2 залах Дома художника. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.